У меня опять все сбросилось. Скажи что-нибудь, бро. Хотя Скажу связь не что-нибудь. было. Все отлично. Молодец. Так, я бесконечный патрон убираю. У меня опять просто настройки немного сбились. Вообще, я хотела зайти на стрим через телефон, поэтому... Чтоб как хоть как-то было плюс-минус удобнее смотреть. Оп-оп-оп. Я зашел в игру. У меня тут какой-то трейлер. Не могу понять, что за фигня. Что за громко? Это аж бесит. А, ну ладно. Ща... Ты разобрался, как приглашать? Я вспомню. Так, я сеть сейчас приглашу. Ничего не будет, если я нажму старт. Ничего не будет. А, ну ты меня уже пригласил. Смысл нажимать что-то. Так, у меня тут какие-то шмотки есть. В чем да, там есть шмотки, я помню. У меня тут... что это? Магнум, пипстолет, винтовка, трава и какие-то петроны. Так, я ж типа к тебе, да? Да, да, да. А что за кровище? Как можно это снаряжение? О, снаряжение. А мы заново играем? Почему у меня так много всего? Я могу. Но оно сохраняется, типа, да. У меня есть тухлое яйцо в инвентаре. Это что? Вообще предлагаю все убрать, наверное. Я просто... Так, я все посмотрю. А удалить это... Пач? Ты удаляешь я или как? Пожалуй, спать. Да, удаляю. Да, Танюк, давай тогда спокойной ночи. Давай, спокойной ночи, сладких снов, хороших снов. Блин, а как поменять это? Внешность и все такое. Это где-то дальше, наверное. Я не знаю. Потому что я помню, там крутые гости. Ну, типа, готово, да? Да. Надо что-то нажать? Да, не знаю. А что? Я нажал, да. А, ну, а нет. Не, на Escape нажми. А, вот, вижу, да, готово. Да, у тебя табличка с другой стороны. Да, выйти, да. Ну, это ж у нас... Это ж рейтинг, бро. Опять заставку смотреть. Ну, давай посмотрим, что я ее не посмотрел. Я тоже. Ну, вот. Мы ж на стриме, ну, что, полноценно все было. Плюс я уже не помню, что тут. Как загадочно все. Я тут подумала, может, русификатор надо было случилось. Там была русская озвучка где-то? Ну, по-моему, была. Чёрт. Ну, ладно. Субтитры же должны быть. Я надеюсь. Они только что были. А у меня нет, я, наверное, их не включила, надо посмотреть. Ладно. Я просто... Там так мало было всего. Не, я их тоже не включала, они уже были автоматом включены. Почему у меня не включены? Я могу это почитать субтитры. Давай. Я, блядь, не успел.
В регионах, утративших стабильность, люди боятся неизбежного повторения того, что произошло в Рекунсте. Паника нарастала, и правительства разных стран обратились к глобальному фармацевтическому консенсусу, создавшему террористическое подразделение BSEA. Оперативники BSEA занимались нейтрализацией очагов биотерроризма и восстанавливали порядок в пострадавших регионах. Блин, наверное, это как-то по отдельности надо одевать. Подолоть в Африку. Меня зовут Сева Ламар. Грис Редфилд. Ваша репутация вас опережает, мистер Редфилд. Для меня это большая честь. За меня просто Крис. Я не успел после слова почитать. Ты едешь со мной по пункту назначения? Да, с момента, как сменилось правительство, напряженность все нарастает. Кто бы сомневался, говорят теперь нам... Да что, просто рай? Или нет, американцы? Блядь, я не успеваю хоть из баса, хоть куда. Так что напарник тебе необходим, я помогу с ним договориться. Я в этом не сомневаюсь. Какой смешной Крис. Парник. Сделали, дай! Как грустно. Все в порядке? Не, ну, надо... пройти все-таки историю дальше. Криса в шестом рейде. Да, чтобы плакать. Да. Странно, обратились к глобальному формату. Да, блять, опять то же самое предложение. Зачем? Создавшим антиротическое преодоление BSEA. Мне кажется, тут другие какие-то субтитры должны быть. Может быть, когда-нибудь я это пойму. Надо так нервничать. Пойдем. Одно я знаю наверняка. У меня есть работа, я выполню. В стиле Криса. Выполнять работу. Опять работа. Загрузка. Я могу выйти, блин, в меню? Нет, кат-сцена, за кат-сцена. Сидим, смотрим. Всё. Так, нас учат ходить. Это замечательно. А как выйти в меню? Escape. Всё, у меня сначала она не было. Так. Настройки звука. Кстати, экрана, яркость. Зачем? Ну, карта. Настройки игры, субтитры. Почему это выключено? Скажите мне, пожалуйста. Обучение. Зачем у меня обучение? Надо нам обучение? Да нет, мы ж помним. ПСД ходить и все. Это все, что надо знать. Это все, что надо знать, я считаю. А настройки системы, это что? У меня вроде все на высоте. Я хочу разрешение побольше поставить. Ну, да, есть. О, аж получше игра стала выглядеть. Да, вроде остальное у меня нормально стоит. Пусть, конечно, неудобно. Слишком сбоку получается персонаж. У меня тоже так же. Да я знаю. О, это карта маленькая. На Q у меня открывается. На M? Q. Значит, зажми Q. Я на Q зажимаю, я тебя вижу. Ну, я тоже тебя и на карте, типа, сбоку у меня. А. Ну, я имею в виду, что прикольно. Я хочу свой BDSM костюм, на самом деле. Ну, у тебя же был. Да, как его одеть? Ну, скорее всего, это надо было делать еще до того, как мы это... Чёрт. Мы, скорее всего, здесь ничего не можем пока делать. Блин, как неудобно. Сначала в пятом резике привыкаешь. Ты имела в виду шестой? Да, я поэтому ты заметил, да, эту паузу. Короче, сначала в шестом привыкаешь, но потом как-то привыкаешь, что можно отдалиться, а не как-то более-менее... Я думаю, сейчас тоже отдалится, потому что очень близко, да. Ну, может, это из-за того, что еще касцена и все такое. Блин, ну в таком городе же не могут именно люди, да, жить? Вот, отдалилась. Нормально? Ну да, можно так. Не-не, нифига не отдалилась, я не знаю.
Как коробки бить? Хочу бить коробки. Что у меня написано на рубашке? Не видно. Пока мы ничего не можем делать. Походу надо идти просто там, по сюжету. На. О, Эв, говорить. Good, you're both here. Come. Come. Я сейчас с ним один говорил, он спрашивал, где мой напарник. Как еще надо сочетать? Ну, Гриш, спламит. О, здорово, здорово. Тикерами. Точнее, смайликами. Ты деграднула секунду, зачем ты стикер сказал? О, это... А как взять? Эф. А все, больше ничего взять не надо. А все? А все, это все, что мое. А вот это... А у тебя жилет же есть, да? Я тоже не могу взять. Ну все, это иллюзия, это иллюзия. Как взять эту пушку? Там что-то на Е и на нее нажимаем. Экипировать. Опа! В смысле? Почему ты? Все нормально, мы в тех костюмах, которые мы хотели. Ладно, тогда все хорошо. Это было быстро. Я и забыл. О, боже, это... Я люблю эту игру. Всего-то надо было пожелать. Да, нас услышала игра. А, да, надо читать эту историю. Я что-то как-то забыл про это. Ой. Какие же мы теперь два клоуна? Да. У нас дома теперь два горячих клоуна. Я только хотела сказать, мы два горячих клоуна. Уля-ля, у вас на бубах есть анимация. Вы в курсе? Кстати, ну, мне плохо видно, но... Да. Я вижу. Надо было наоборот. Но я не помню, есть у меня этот костюм или... О, мы теперь можем, кстати, ломать доски и все такое. Вы куда я бежал? Неудобно бежать. Да, ну вообще. Почему Валера из Гачи? Потому что Валера из Гачи. Это не вопрос. Я оттуда прибыл. Я же нажал на F. А, спаси и... Space зажми. Чё? Space, мы пробел. А, ёб. Чё так сложно? А ты где вообще? Я все еще тут ящики чекал. А там были ящики? Ну, один был сбоку. Нельзя же проходить мимо ящиков. А где? Прочесть документы. Блин, как же... доходить. Как же слишком резко все. Может, поесы понизить. А где тут у тебя ты ящик, говорю? Я какой-то костюм, я даже не обращал внимания, на самом деле. Я не могу посмотреть на него полностью. У тебя прям там кусок жопы видно. Я знаю, я его одевал ради этого. А вот здесь вот, вот. Где? Тут что-то должно было быть. Я тебя вижу где-то. Да, Гриш, ты не видишь, что там кусок жопы видно? О, вот так вот. Вот так вот как-нибудь... Жаль. К сожалению, ну, ничего, вам придется ничего. Смотреть на Гачи Криса всю игру, да? Когда будут эти сценки? Ну да, на касценах ты все увидишь. На касценах там должно быть все как надо. Так, тут починевший труп. Тут а... ничего нету, тут ничего нету. Господи, как же непривычно. Я согласен, кстати, аж... О, трава. Деньги.
А, у нас типа мы собираем, типа, и собирается у двоих, походу. Окей, понял, да, видимо так. Ну-ка, смотри, я сейчас траву возьму. А, нет. Трава, походу, для каждого своя. Для людей, у которого, ну, лично у меня 51 час, что-то слишком много вопросов вызывает эта игра. Не только. Ну все, Гриш, ты не увидишь. Ну-ка, сцены будут, вот увидишь на них. Опа, можно двигать. Блин, ну почти видно было. Б. Б. Камон. Я же могу теперь просто стоять, спамить вышку.